Самый холодный город на Земле. Самое холодное место в мире – это русская деревня Аймекон. Эта деревня находится на востоке. Там живет около 500 человек. Зимой обычная температура минус 50 градусов. Однажды в этой деревне было минус 71 градус. Но жители деревни привыкли к холоду. Здесь все друг друга знают. Все друг другу помогают. Любимое место встречи в магазине, где продают свежий хлеб. В деревне нет бара, так как после 6 часов нельзя продавать ни водку, ни пиво. Пьяный человек может умереть на улице от холода очень быстро. Зимой день длится всего 3 часа. А летом светло даже ночью. В марте в деревне бывает фестиваль. На этот фестиваль приезжает много иностранцев. Они хотят почувствовать, что такое минус 50 градусов. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. До свидания.